прадеда звали Улитин Василий Григорьевич. Призвали его на фронт в 1942 году. Воевал он на разных фронтах, был пулеметчиком. Дважды был тяжело ранен, лечился в госпиталях. За освобождение Белоруссии был награжден орденом Отечественной войны. Из рассказа прадеда весной 1944 года был перевод наших войск. Рота моего деда шла пешей колонной. Замыкающий в колонне шел мой дед. Невдалеке, на пригорке, он заметил немецкую пулеметную точку. Враги готовились к расстрелу колонны. Времени на раздумье и доклады командиру не оставалось. Дед то в тот же мгновение расчехлил свой пулемет Дегтярева и выпустил всю обойму патрон во вражеский пулеметный расчет. Враги не успели сделать ни единого выстрела. Дед их опередил и тем самым спас жизнь нескольким десяткам солдат. За этот эпизод он был награжден медалью за отвагу. После долгожданной победы в 1945 году он вернулся домой и продолжил работать бригадиром тракторной бригады.